Это видео очень жуткое. Прошу, не показывать его детям и пожилым людям. Мне очень больно, но я должен как-то с этим справиться. Здесь на кровати лежит моя сестра. Она мертва. Лука Францезе, актер из сериала «Гоморра», про мафию молит о помощи и обвиняет городские власти Неаполя. Оставили его с горем один на один. Обзвонил все службы. Говорит, никто не захотел забирать тело сестры. Мазок взяли только после смерти. Анализ показал коронавирусную инфекцию. Лишь после волны репостов, спустя сутки, за усопшей наконец-то приехал.